Ребята, как всегда, на связи Игорь из Ультравыхлоп. Сегодня мы прокачали Kia Soul GT Line. Несмотря на то, что здесь объем 1.6, лошадей здесь 200. Здесь турбина включается только после прогрева двигателя. Здесь классная мультимедиа. Здесь много фич и плюшек, которые напихали сюда корейцы. И, конечно же, такую машину хочется услышать в отличном звуке. Поэтому мы здесь сделали заслонку и установили в штатный выхлоп. Ее можно открыть и громко рычать, можно закрыть и потихонечку спокойно ехать по городу. Ребят, по традиции вы увидите пару красивых кадров и в конце звук. Для того, чтобы услышать его и насладиться в полной мере, одевайте наушники, вам будет более понятно. Поехали! Mm-hmm.